Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать на 15-й городской концерт «Играют мальчики». По традиции, детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова организует этот концерт в дни февраля, когда за окном нередко свирепствует лютая стужа, когда заметен снегами Петрозаводск, а в воздухе начинает неуловимо веять весной, а где-то в календаре значится День защитников Отечества. А к нему и приурочен наш концерт. В этом году концерт впервые проходит в онлайн-формате. Это все еще немного непривычно, но зато позволяет встретиться с мастерством наших юных музыкантов непосредственно в праздничный вечер. Как обычно, в концерте участвуют ребята из всех городских музыкальных школ. Примечательно, что к этой юбилейной встрече впервые присоединяются солисты школы оркестровой игры на духовых и ударных инструментах Петровского дворца. В нашей программе, как повелось, самая разная музыка. Это не только академическая классика, но и страницы эстрадно-джазовых пьес и технические миниатюры. Все это потому, что на планете музыкального детства свои континенты, свои границы и свои защитники, которые своими упорными руками хранят и укрепляют красоту и доброту уже не виртуального, а вполне реального нашего с вами мира. Не случайно нашу сегодняшнюю программу открывает знаменитая тема Людвига ван Бетховена, которая вот уже почти 200 лет призывает всех нас к единству во имя мира, юности и радости. Выступает Ефим Писаренко, Петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева, преподаватель Наталья Белова, концертмейстер Марина Тафичук. Людвиг ван Бетховен. Тема из финала симфонии номер 9. Георгий Свиридов, упрямец, исполняет Иван Новиков, музыкальная школа имени Георгия Свиридова, преподаватель Юлия Герасимова. Выступает Армас Киелевяйнин, детская музыкально-хоровая школа, преподаватель Татьяна Колесникова, Александр Даренский, рыжий ковбой. Thank you.
Юрий Сулимов, «Этюд марш». Исполняет Максим Колтырин, детская музыкальная школа номер 1 имени Синисала. А преподаватель Игорь Гайдамак, концертмейстер Татьяна Холод. Карл Черни. Этюд «Горный ручеек». Исполняет Борис Чентимиров, детская музыкально-хоровая школа. Преподаватель Марина Тимофеева. Выступает Захар Сидоров, детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова, преподаватель Александра Забайкина, концертмейстер Ирина Белобородова, Юрий Шапорин, «Колыбельная». Thank you.
Программу продолжает веселая гармошка Давида Льва-Компанейца. Исполняет Григорий Габуков, Петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева. Класс заслуженного работника культуры Карелии Галины Озарьковой. На сцене нашего концерта Дмитрий Федосов и Андрей Антонов, Петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева, преподаватели Марина Романова и Наталья Ковалева. Андрей Кокорин, вальс. Конечно, наша программа, посвященная любви к Отечеству, защите его границ, не может обойтись без произведений русской классики и без самых проникновенных романсовых страниц русской музыки. Выступает Евстафий Рапацкий, школа оркестровой игры на духовых и ударных инструментах Петровского дворца. Класс Дмитрия Андреева, концертмейстер Наталья Здорова. Александр Варламов, «Красный сарафан». Thank you.
исполняют Андрей Якушев, детская музыкальная школа номер 1 имени Синисала. Класс Елены Быстровой. На нашей сцене Ярослав Павлов, детская музыкальная школа имени Свиридова, преподаватель Анна Соловьева, концертмейстер Елена Нестерова. Русская народная песня «Как под яблонькой» в обработке Василия Андреева. Программу продолжает «Охотничья песенка» из альбома для юношества Роберта Шумана. Исполнит ее Даниил Катаев, Петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева, преподаватель Олеся Крыгина. Thank you.
Борис Самойленко «Прогулка на велосипеде». Исполняет Адам Карданов, детская музыкальная школа имени Свиридова. Преподаватель Арина Шаброва. Максим Гришунов из Петрозаводской детской школы искусств имени Балакирева исполнит пьесу Джеймса Рея «Вальс для Эмилии». А преподаватель Иван Телятников, концертмейстер Марина Тахичук. Воспевали, конечно же, не только русские композиторы, но всем музыкантам хорошо знакомы пьесы композиторов Скандинавии, среди которых знаменитые Ян Сибелиус и Эдвард Грик. Мелодию Грига исполнит ученик Елены Поликиной Степан Фролов, детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова. Thank you.
Еще одна пьеса Эдварда Грига в нашей программе. «Поэтическая картинка», сочинение 3, номер 3. Переложение Александра Гёдике. Исполняет Матвей Данилов, детская школа искусств имени Балакирева. Преподаватель Елена Мещерякова, концертмейстер Таисия Рочева. Сергей Татаринов. Школа оркестровой игры на духовых и ударных инструментах Петровского дворца. Класс Николая Воронского. Михаил Глинка. Северная звезда. Thank you.
Илья Лавриш, детская музыкально-хоровая школа, преподаватель Елена Веремеенко, Ян Сибелиус, этюд ля минор. Теперь на сцене нашего концерта звучит скрипка и выступает Савелий Дикоев, детская музыкальная школа номер 1 имени Синесала, преподаватель Светлана Воробьева, концертмейстер Любовь Афанасьева, Фриц Крейслер, Сицилиана и Ригадон. Thank you.
колыбельную Юрия Савалова исполнит Дмитрий Медведев, детская школа искусств имени Балакирева, преподаватель Елена Мещерякова, концертмейстер Таисия Рочева. На сцене нашего концерта дуэт аккордеонистов из детской музыкальной школы имени Георгия Свиридова Дмитрий Нестеров и Денияр Залялов. Класс заслуженного работника культуры Карелии Натальи Заикиной. Олег Хромушин. Мартышка и очки. Джироламо Фрескобальди, «Прелюдия» и «Токката» исполняют Иван Якимаха, школа оркестровой игры Петровского дворца. Преподаватель Дмитрий Андреев, партия фортепиано Наталья Здорова. Thank you.
Луи Дакен, «Кукушка», исполняет ученик специализированной школы искусств Республики Карелия Михаил Сухов, преподаватель Мария Телятникова, концертмейстер Фарида Хисмятова. Выступает Тимофей Асташов, детская музыкально-хоровая школа, преподаватель Елена Веремеенко, Роберт Шуман, «Фантастический танец», сочинение 124, номер 5. Музыкальным жанром мы обязаны американскому континенту, где европейская музыка причудливо и неповторимо сливалась с африканскими ритмами. Выступает Даниил Агапов, школа оркестровой игры на духовых и ударных инструментах Петровского дворца, преподаватель Алексей Лямов, Александр Виницкий, маленький червячок из любимой дикой земляники. Thank you.
выступает Иван Андреев, Петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева. А преподаватель – заслуженный работник культуры Карелии Ирина Смирнова. А партия фортепиано – Арина Паршукова. А класс Галины Вениаминовны Озарьковой, заслуженного работника культуры Карелии. Александр Белин. В стиле кантри. Фоменко в стиле рэктайма. Исполняет Захар Савинов, Петрозаводская детская школа искусств имени Балакирева. Класс преподавателя Татьяны Полузановой. Thank you.
выступает Глеб Лейковский, детская музыкальная школа имени Свиридова, а класс преподавателя Анны Поляковой. Ян Сибелиус. Каприз. На сцене нашего праздничного концерта трио из детской музыкальной школы номер 1 имени Гельмера Синисала. Ильин Георгий, Буслович Ярослав, Цветков Владислав. Преподаватели Ирина Засолова, Тамара Насыр. Наталья Карш. Кубики. Саксофонистов школы оркестровой игры Петровского дворца Богдан Быков и Петр Тимофеев, преподаватель Валерий Изюмов, концертмейстер Владислав Сафаров.
Александр Цфасман. Озорная девчонка. К концу наш концерт. В этот праздничный вечер хочется пожелать всем нам мирного неба над головой, уютного дома, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне и в будущих годах. Пусть будут цвести яблони, пусть будут прогулки на велосипедах, пускай покоряют крапивные прерии рыжие, русые, белоголовые, загорелые и исцарапанные ковбои. Пусть обязательно смеются озорные девчонки, а вечерами звучат, льются колыбельные песни. И пусть наши Колумбы и Крузенштерны ведут свои корабли под родными флагами к прекрасным континентам будущего, где обязательно сбываются все мечты. Выступает хор мальчиков первого класса образцового коллектива детского художественного творчества хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват» из детской музыкально-хоровой школы. Руководитель Наталья Рахманова, концертмейстер Марина Шарафетдинова. Музыка Александра Зацепина, слова Михаила Плецковского. «Ты слышишь море» из кинофильма «Свистать всех наверх». Thank you.
господа, наш концерт завершен. Спасибо за внимание. И еще раз с замечательным праздником, с Днем защитника Отечества.